Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Ariel от производителя Азарта. Это настенный светильник коллекции. Он предлагается как самостоятельное изделие. Здесь нет вариантов потолочных или настольных. Плафон у него из белоснежного матового стекла размером 9 см на 36. Верхняя и нижняя часть плафона будут открыты. Основание в цвете хром, патроны E14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, а выдает такая около 50 Вт. Места для лампочки здесь достаточно много, поэтому размер ее может быть любой. Включенным светильник выглядит вот так. Матовое стекло делает освещение мягким, приятным. Использовать такую модель можно, допустим, для освещения возле зеркала, установив их с двух сторон. Также это может быть в качестве дополнительного источника света в комнате. Своей коллекции у него нет, но вариантов люстр, с которыми можно было бы объединить такую модель, есть очень много. Главное, чтобы у люстры и бра совпадал цвет плафона и металла. Устанавливается он плотно к стене с помощью монтажной планки. Размеры основания 11 см на 5. Выключателя здесь нет, поэтому для такой модели у вас должен быть на стене выведен отдельный выключатель. Так как, допустим, установить здесь веревочный механизм тоже не получится. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.